Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. С вами опять я, Евгений Макашов. Я долго готовился к этому видео, чтобы записать его, тестировал, прогнозировал, разбирался. Я хочу в настоящий момент для начала предоставить на ваш обзор, на ваше усмотрение работу нашумевшего советника «Автопрофит», который нам предоставляет компания Invest System. Я установил эти советники на выделенный сервер. Но начнем сначала с первого советника. Вот он, «Автопрофит», который работает у меня неделю на валютной паре евро USD. На балансе этот советник, но сразу хочу сказать, этот советник работает стабильно при депозите не менее $50. Вот он у меня уже этот на евро-доллар работает неделю. И что он мне принес? Для начала, за сегодня он, конечно, еще не работал, это утро. За вчера он мне принес 38 центов. И за позавчера 22. Общая прибыль составила 607.26. Я считаю, что это стабильно. Нормально. В принципе, был сбой не так давно, когда доллар у нас прыгнул слишком, то у него сработала защита. Ну а теперь посмотрим работу, а дальше будет все понятнее вам в следующих сюжетах. Вот советник «Автопрофит», который работает у меня на валютной паре британский фунт, американский доллар. Тоже таймфрейм М15, он работает на таймфрейме М15. Но здесь я начал, работает он у меня буквально дня 4, не больше. И вот он что мне заработал. Это у меня был депозит $130, он мне заработал 155. Практически. Вот заработок был за сегодня. Он уже урвал за 5.66, за вчера он 15.21 и за позавчера 77.85. Что можно сказать об этих советниках? Работают? Ну там у меня еще два советника, но они работают только два дня, так что о них я говорить пока не буду. Это на тоже на депозите на реальном счете, но о них мы поговорим позже. А сейчас перейдем к непосредственно к компании Invest System, которая нам предлагает эти советники. Это будет уже в следующем сюжете. Ну что ж, продолжим. Кликнув по ссылке на моем блоге makashovblog.ru над этим видео, вы попадете вот на эту страницу сайта Invest System, которая предлагает нам торговые роботы «Автопрофит» и для ручной торговли Scalp System. Здесь, на этой странице, мы просмотрим это. Вы сразу попадете на эту страницу. Начнем по порядку, не будем торопиться. Здесь будет говорить девушка, Лариса, кстати, зовут, возможно, я с ней общался. Пройдя регистрацию, регистрация проходит довольно-таки просто. Все на русском языке.
никаких проблем нету. Вы получите письмо на свой e-mail, под который вы зарегистрировались, пройдете по ссылочке и попадете непосредственно в свой кабинет. Вот я открываю свой кабинет, это я в своем кабинете. Что для этого нам нужно? Чтобы получить нам советника автопрофит, здесь вот есть в личном кабинете, пройдя сразу по ссылке в личный кабинет, получив логин и пароль или по логину и паролю, здесь сразу вы попадете, как открыть, инструкция будет довольно-таки подробная, как открыть реальный торговый счет. Компания Invest System работает с брокерской компанией InstaForex непосредственно. Вы должны пройти регистрацию, открыть счет торговый в InstaForex. Здесь, в личном кабинете, все подробно описано. Как открывать, как заказывать торговую систему. Ну, к примеру, в первую очередь, начнем сначала. Как открывать? Вот кликаем сразу «Открыть счет». Мы попадаем на страницу открытия счета в InstaForex. Здесь все тоже подробно описано. Кликаете на ссылку «Открыть счет», вот на эту вот ссылочку, «Открыть счет у брокера InstaForex». Когда вы будете открывать счет, вам нужно ввести будет партнерский код. Это вот этот. Invest System. Только тогда вам компания откроет торговый счет. Брокерская компания. Далее. Что мы делаем? Когда мы открыли торговый счет, мы его должны активировать. То есть взять тот торговый счет в компании InstaForex и пройти активацию здесь, внести его, эти данные, активация нового счета. У меня тут много уже счетов. Только тогда, после активации торгового счета, вы получите добро на заказ автопрофит. Заказать можно, но сейчас вышла уже последняя версия автопрофит 2.0. Он у меня работает на демо-счете, пока я его тестирую. Ну, а пока я сильно-то им недоволен. А заказать автопрофит, вот можете вот здесь. То есть, выводите сюда свой торговый счет, номер телефона, прочитать, отправить заявку. Можете заказать Scalp System. Это тоже непосредственно. Scalp System заказывается тоже также при открытии торгового счета в компании InstaForex. Также вы его заказываете. Что я хочу об этой торговой системе сказать, об этих роботах? Одно. Вы можете посмотреть, здесь вот есть рекомендации, как работать с автопрофитом, что для этого нужно. Можем, конечно, что мы можем? Зайти в ФАО, в контакт, вот. Все вопросы и ответы. Как настраивается и как работает эта торговая система. Также мы можем, вот кликнув по этой ссылочке, в своем уже личном кабинете Invest System, посмотреть все данные этого советника. Как автопрофит 2.0, так и Scalp System для ручной торговли. Я, кстати, уже на реале ручной торговли занимаюсь. Хороший Scalp System дает сигнал как на вход, на открытие ордеров. Предупреждает. Удобно, подробно, но об этом будет подробнее. Здесь можете отзывы клиентов почитать. Очень много и ни одного отрицательного отзыва.
Можете вот кликнуть подробнее, прочитать по автопрофиту. Два уже по последней версии. Здесь все подробно написано. Ну что ж, открыть мы, конечно, счет откроем. Здесь вот есть подробные инструкции по установке. Если мы автопрофит 2 заказываем, открываем, кликаем, вот, пожалуйста, вам установка советника, как его установить, как настроить. Все настройки прилагаются, все в подробном виде. Можете распечатать. Также по Scalp System, по торговой системе. Тоже, пожалуйста, все есть, все подробно. Что я еще хочу сказать по этому советнику? Это очень довольно-таки важно. Работает он на всех валютных парах. Но есть одно но. Стабильно он работает на одной валютной паре и с одним торговым счетом у одного брокера. Работает он на счете, на центовом счете. Ну, пока в этом сюжете все. Заказывайте, регистрируйтесь. Какие будут вопросы по этому роботу, пишите мне в Skype, по e-mail. У меня уже маленько опыт есть с тестированием, с работой этого советника. Встретимся в следующем видео. Ссылка на регистрацию в Invest System над этим видео. До свидания.